Самый короткий день и самая длинная ночь. Это сегодня день зимнего солнцестояния. Дальше день будет длиннее, ночь короче. Считается, что именно 21 декабря наступает настоящая зима, и, кажется, погода сегодня это доказывает. По астрономическим меркам это считается, что начало зимы, а для нас, синоптиков, для нас, метеорологов, это признак того, что зима себя уже начинает проявлять. С сегодняшнего дня у нас зимняя погода по метеорологическим и климатическим данным. В дневное время температура воздуха уже сегодня днем не выше нуля, она будет отрицательная. В ночное время она до 6 мороза была. И похолодание продолжится. То есть в эту ночь, которая у нас ожидается, мы уже ожидаем морозы до 10 градусов. И, наконец, в следующую до 13. То есть больших таких морозов с низкими температурами, как в европейской территории России, не будет. Но, тем не менее, 13 градусов мороза – это будут самые холодные дни в эту зиму. До пятницы будет морозно, потом потепление. Уже к понедельнику столбик термометра может подняться до 10 градусов тепла. Ну а сегодня астрологи советуют наряжать елку, причем выбирать для украшения игрушки, которые символизируют ваши мечты. И нужно загадывать желание. Говорят, обязательно сбудется, ведь сегодня еще и зеркальная дата.